наверное, и умру на ветру. В жизни что-то мне тогда удалось, когда ветром продувало насквозь. Дул горячий ветер, дул ледяной, ничего не мог поделать со мной. Был он очень и жесток, и суров, ни друзей не пощадил, ни врагов. Оказалось, что не всем по нутру, жизнь такая на ветру, на ветру. Но судьбу я не кляну, не корю, что вот так всю жизнь тяну на ветру. Потому что сквозь меня пока, сквозь меня мгновение, годы, века. Так стою, не закрывая лица, на ветру до конца, до конца. Об одном лишь попрошу, уходя, защитил бы кто от ветра тебя. Потому что не всем по нутру, жизнь такая на ветру, на ветру. В эфире телеканала «Шансон ТВ» программа «Звездный пасьянс». Наш сегодняшний гость родился в Москве. Он сын летчика Николая Александровича и пианистки Клавдии Михайловны. В этой семье, помимо него, еще три мальчика, его брата, получили музыкальное образование по настоянию мамы и очень хорошую физическую подготовку под чутким руководством папы. А говорят, что изначально ударение в его фамилии было на первый слог. Но мы уже настолько привыкли ставить его на второй, что по-другому, пожалуй, произнести не сможем. Итак, у нас в гостях народный артист Республики Северная Осетия Алания, народный артист Республики Ингушетия и, наконец, народный артист России Александр Буйнов. Здравствуйте, Александр! Да, Катерина, ты наговорила много красивых слов. Я, кстати, ну все по делу, кстати, ты волновался. Чисто для зрителей будет. Говорю, что я все время хотел посмотреть, где-нибудь есть ли суфлер. То есть ты отдубасила текст четко совершенно, литературно, со всеми запятыми, как положено, без подсказок. Гениально, молодец. Будем считать это самым большим достижением моим на сегодняшний момент. Что является самым большим достижением Александра Буйнова тогда? Вопрос на сегодняшний момент. Достижение всей моей прошлой жизни и настоящей — это, наверное, все-таки дети, песни, так же, как... Ну, у любого нормального человека, у тебя, наверное, тоже, правильно? Только мы можем менять, правда, когда, предваряя вопрос, если был бы блиц, назови там любимые какие-нибудь дела, там, не знаю, твои увлечения, все. Я говорю так, я сам себе придумал. Женщины, лошади, собаки, автомобили, вино. Но женщины всегда на первом месте. Так что я рад, что именно ты ведущая. Поэтому я пришел в гости на Шансон ТВ именно к тебе, Катя. Спасибо. Спасибо, Саша. Я надеюсь, что сегодняшний разговор, поскольку миллионы наших телезрителей, конечно, горячо интересуются твоим творчеством, у тебя, конечно, очень много поклонников, ты это заслужил, безусловно. И всех, конечно, очень интересует история. Как же получился Александр Буйнов, тот самый, которого мы знаем сегодня? Вот я, например, слышала, скажи мне, это слухи или нет, для того, чтобы ты занимался на фортепиано, твоему старшему брату чуть ли не веревками тебя приходилось привязывать к ножке или к педали, или цепью приковывать. В общем, что-то так, ходят какие-то такие слухи. Расскажи, так это или нет. Да, у нас была собака, по моему настоянию, ее назвали Джебл. Тогда были такие модные сигареты, по-моему, венгерские. Джебел. Вот. Я долго не думал и назвал кавказскую овчарку Джебл. Вмещались в этой квартире на Марии Ульяновой как раз вся семья. И с этой и собака была. Так у этой собачки была цепь, поскольку она была очень сильная, и приходилось с ней на прогулку выходить. Старший брат занимался в это время на валторне, который закончил с успехом на отлично консерваторию. Он меня приковывал на правую ногу к ножке рояля. Я занимался. Он в это время раздувал длинные ноты на кухне. И чтобы сократить историю, я играл упражнения какие-то, и мне нужно было сдать это из музыкальной школы при училище консерватории. И я играл серьезную программу, мне нужно было технику развивать. Я играл ганоны, не путайте с одноименным названием другой штуки. Да, это упражнения такие, да? Я играю, их мне нужно написано, эти нужно 30 раз, эти 50, это столько-то там, гаммы такие-то. То есть все упражнения я должен поставить после каждого
проигрывание я поставлю палочку. Раз, карандашом. Два, три, четыре, пять. Потом слышу, он раздувается. А раздувается как? На духовых инструментах. И пока вот это идет, вау, это вот фортиссимо. И в это время я через тактов 7, 8, 9, так и типа заканчиваю. Ну, сократить, потому что на улице играют в футбол, пацаны. Понимаешь, что мне нужно, вот это или это? Конечно, футбол. Ну, кончалось тем, что потом брат приходит. Это было не единожды. Приходит, так говорит, за то, что ты меня обманул, нет, за то, что ты меня хотел обмануть, ты сыграешь еще 50 раз это упражнение. Я не знаю, мне сколько лет, 13-14, я в слезы, не знаю. Короче, понятно, что тут футбол, там девчонки, тут гитара, все ждет меня. А я вместо этого вот этой ерундой занимаюсь, которую, кстати, замечу, конечно, мне очень помогла в жизни. Ну, я играю еще 50 раз, уже не перескакиваю, все по-честному. И после этого, гремя цепь, я говорю, все! Он приходил, говорит, ну, теперь честно, теперь можешь выйти и поиграть в футбол. Когда над Москвой метут метели, а над Парижем английский туман, я вспоминаю, как мы хотели свой мушкетерский прожить роман. Прошу Бога, совсем немного, глоток свободы, глоток вина к моим друзьям. Далека дорога к врагам моим, коротка она. К моим друзьям далека дорога к врагам моим, коротка она. Годы встают на моем пути, я никогда не просил у сильных, Господи, не дай перейти из жизни вольной в команду смирных, пока я дышу, не дай перейти из жизни вольной в команду смирных. А кому-нибудь, кроме тебя, из твоих братьев образование музыкальное пригодилось? Или просто положили на стол маме, сказали, на, ты хотела, ты получила, а мы пошли дальше? Вот ты прям как пописан, да, говоришь. Ладно. Я тут часто меняю очки, потому что... А я вот еще думаю, что такое ты делаешь? Ты демонстрируешь состоятельность Александра Буйнова, у тебя есть и такие очки. Я даже знаю, что у тебя минус 5,5, не изменилось зрение за все это. Все четко застряло с той карбидной бомбочки в юности заряженной. Зато, знаешь, какая удобная штука? Без очков я люблю разговаривать с женщинами, общаться. Ну, сейчас далековато немножко, для тебя там где-то метр там, или там сантиметр чуть-чуть не хватает. Ну, давай на ощупь определим. Вот. А так, да, вот другие очки, но в них у меня слишком интеллигентная морда. Нормальная. Ну, самое главное... Очки черные я ношу с тех пор, как с Градским познакомился, вот где-то лет 15-16, после этого сдачи экзаменов, там, музыкалки, потом 9 класс, когда я бросил. Вот, остальные действительно приходили так. Старший пришел, Аркашка говорит, мать, на тебе, и бросает ей диплом на стол. Гордый, счастливый. Теперь, говорит, я свободен от музыкального образования. Мать в шоке, конечно. И он уходит на телевидение работать журналистом на телеканал «Культура». С успехом, и все это ему очень нравилось, и он говорил, всегда мне всю жизнь, меня пилил, когда при встречах редких, кстати, довольно, что я занимаюсь не тем, что это все требуха, что это все когда-нибудь кончится, займись серьезной музыкой, у тебя были хорошие данные и так далее, и так далее. Все, я классическим пианистом мог бы стать. Вот с его слов, как бы, вот он гордился тем, что я играю дикое произведение под названием «Нормальная фишка». Под названием «Басо Остинато» Родиона Щедрина. И остальные братья поступили точно так же? Остальные почти точно так же. Самый старший закончил СМШ, что, не знаю, равняется какой-нибудь там Лондонской академии. Ну да, вот, серьезно. По фортепиано.
Это, значит, повалторниц. Младший у меня тоже учился, в училище, значит, закончил. А самый непутевый и самый не закончивающий музыкальное образование – это вот ваш покорный слуга. Значит, с одной стороны, музыкой заниматься не очень нравилось, но с другой стороны, все равно тянуло в музыку, и в школе был создан ансамбль. Очень хочу спросить, почему «Антихристы»? Но подозреваю, что по аналогии что-нибудь такое с западным каким-нибудь названием, а не из сочувствия к коммунистической идеологии. В школе в 9 классе я крест не носил, поскольку бабка-то меня крестила. Ну, была другая история, это были другие годы, это был конец 60-х, начало 70-х. И увлечение, конечно, битломания со страшной силой, все эти прически с длинными волосами, клиши, школьная форма расшивалась тоже таким же образом. Меня подбил на это сейчас известный в узких кругах музыкант, классический органист Александр Фисейский. Он пришел однажды, это было как раз перед экзаменом в музыкалке, и вдруг он сыграл нетленку. Под меня бой. И я понял, что я пропал для классической музыки вообще. И, а что это? Я был в восторге. Тут же сел, а он играл буги. Я посмотрел на левую руку, там все здесь. Потом я изобразил, потом увидел, как старший брат это играет. В 10 раз быстрее. Пианист, который ЦМШ, Володька. Он был джазовый пианист. Вся его школа была по голосу Америки. И, как мой отец говорил, Вовка, Сашка, вы что здесь слушаете? Я говорю, как, пап, ну, голос Америки. Он говорит, слышишь, что они говорят? А там слышно, this is the voice of America. Он говорит, слышишь, блядь, бойся Америки. Сашка, бойся Америки. Ну вот мы так, понятно, что отец тоже был большой шутник. И мы так боялись Америки, что, конечно, мы слушали и все. Учились мы на слух, чем я безумно благодарен старшему брату через одного старшего. Тот Володька, всегда ко мне снисходительно, конечно. Че там, Битлз, да? Гимно. Вот, говорит, музыка. И, конечно, своими растяжками, своими пальцами играл Гершвина, и «Голубая рапсодия», и Рахманинова, Бах, Сен-Санс. В общем, это все было вперемешку. Так что это было изумление. Просто собиралась вся семья и какие-то соседи, которые понимали в этом что-то. И какие-то, когда были гости. Ну, я мог только молчать в тряпочку и конечно, зависть смотреть, как играет мой самый старший брат Володька. Напрягала меня жизнеславная моя, а теперь как носорог. На меня как бы газер наезжает, напрягает. Напрягают газеты, телерадио, кассеты, напрягает гороскоп. Каждый день из веры в веру обращают, напрягают. Напрягает жена, денег нету ни хрена, напрягает яйца резко. И любом со все соки выжимает, напрягает. Напрягает работа и забота идиота, напрягает пустота. И трамвай, что меня переезжает, напрягает. Но я бамбук, но ты бамбук, пустой бамбук, пустой бамбук.
я московский пустой бамбук. Но я бамбук, но ты бамбук, пустой бамбук, пустой бамбук. Я московский пустой бамбук. Старший брат научил любить джаз, а школу в 9 классе подбил бросить Александр Градский? Я его называю. Рассказывай. Величайший матершинник всей Руси. Это профессор точно. Александр Борисович Градский. Появился, я даже не могу сказать, в моей жизни. Мы с ним встретились, в нашей же с ним общей жизни встретились. Для меня это как вчерашний день. Но то, что было тогда, эти 5 лет, ну, 4, может быть, нет, ну, где-то около 5 лет, до службы в армии, у нас образовалась группа «Скоморохи». В дальнейшем известная группа «Скоморохи», но уже с Александром Градским. А то, что было при мне, при нас, это было начало, на ступенях МГУ, ДК МГУ, мы с ним встретились, он был в заячьей шапке, хиповый такой, с ухом в одну сторону, правда, белые очки у него были, а я не помню, был ли я вообще в очках. Ну, в общем, встретились пианист, в то время не было такого, там, органист, клавишник, пианист и гитарист Градский. И мы с ним там почему-то вот стали петь Битлов. Я не знаю, на чем-то я играл, на чемоданах или каких-то портфелях там. Собрались студенты кругом. И все, что было модно в ту пору на тарабарском английском языке, все это было пропето, спето на этих ступеньках. Получили бешеный успех. И там мы решили, что у нас будет группа. А название, к его чести, он таскал с собой, видно его уже. Он говорит, я давно-давно уже думал, что будет называться группа «Скоморохи». Смотри, одни очки, вторые очки, минус 5. Ой, 5,5? Да-да-да. 5,5? Так, вообще в армию не должны были взять с таким зрением? Как ты туда попал вообще? И почему не откосил? Нет, не откосил так, Градский говорит. Нашел 500 рублей, какой-то профессор там. Ну, 500 рублей в совковое время, это даже больше, чем 500 долларов. Угу. Просто немыслимые деньги, да? Вся страна на 100 рублях. За 500 рублей, говорит, он тебе что-то сделает, у тебя, говорит, и зрение такое, и все. Вот. Я говорю, а мне говорю, не, как-то не вжило, потому что старший служил, там, а потом другой старший служил. Я, ну, младший подрастает, я говорю, наверное, все, отец военный летчик, там, как бы, западло, что называется. И как бы и не модно было еще в то время, да? Хотя жалко было бросить группу, потом, что такое, когда тебе 17-18, эти 2 года, это же огромный срок, за который можно что-то такое сделать. И вообще бросать все это, все вот эти наши концерты, халтуры, как, ну, как хотите, называйте все, они там, мы за деньги работали, и бесплатно работали, и так, и сяк. Деньги вообще мы копили на аппаратуру, кстати, между собой деньги не делили. Вот, ну, удобно-неудобно, он сказал мне, что я дурак, сказал это на букву «му», дурак на букву «му», и как хочешь там поступай. Короче, я попадаю в армию. Я думал, честно говоря, что как-то музыкальная школа закончилась. Поступил в училище по фортепиано при консерватории, значит, на первый курс. Ну, естественно, поехали с Градским на гастроли. Как бы все это брошено. Я думал, что что-то с музыкой связано, как-то будет определено. Но пианисты в армии никому не нужны нахрен. Так. Вот, это история армейская, как я дудел. Вот, потом приходим к Градскому, вот и веселая история. Приходим к нему, говорим, ну так, шутя, надо, ну, ребят, за меня, надо Буйнова в армию проводить там. Вова Полонский, барабанщик. Говорит, у нас же деньги есть? Градский, конечно. И он открывает чемодан, который раскладывается, ну, такой, диван, кровать. Открывает, и в диване лежат 3-ки, 5-ки, 25-рублевки, червонцы. Все скомкано, скомкано все, не уложено так, а все, просто куча денег лежит. Много денег. И говорит, ну дай нам Буйнова проводить. Сколько вам? Ну дай там рублей 200. Вы что, обалдели? В общем, спорили. Градский молодец, скряга, он все. 70 рублей он нам выписал. Выдал. Но на 70 рублей можно было сильно погулять. Мы взяли водки и почему-то взяли сухого вина. И вот это все, значит, вино купили, 12 бокалов вот таких для шампанского, из них пили водку, естественно. Но это, потому что в доме было шаром покати, у нас было пара граненых стаканов. Ну, жили небогато, мягко говоря, как-то вот так. Это были деньги на аппаратуру, по идее, то есть на группу «Скоморохи». Это были не мои, как бы не его. И он был хозяин, кассир, директор этих денег и все остальное. Это все как его и на его, там, его совести и все остальное. Без претензий вообще.
всей земле кочуем, на погоду не глядим, где придется заночуем, что придется поедим. Театральные подмостки для таких, как мы, бродяг, свежеструганные доски, занавески на гвоздях. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем, и фургончик в поле чистом — это наш привычный дом. Не великие таланты, но понятны и просты, мы певцы, музыканты, акробаты и шуты. В эфире телеканала «Шансон ТВ» программа «Звездный пасьянс». И сегодняшний наш гость не просто народный артист России, не просто любимый миллионами Александр Буйнов. Он еще и человек, которому, оказывается, в свое время было западло косить от армии, несмотря на зрение, -5.5. Каким образом служба твоя проходила? В ракетных войсках, насколько я помню. Служба проходила, да, в городе Алейске, за Барнаулом. Стояла дивизия РВС, ракетные войска стратегического назначения. Поскольку пианисты не нужны, значит, нужно было что-то такое делать, для, чтобы быть в оркестре. Я взял, по-моему, альт называется инструмент. Есть басовая дудка, есть какая-то еще. Альтушка такая, ну, самая, ну, типа валторная, между прочим, получается. Ну, я начал на ней со мной там дирижер немножко позанимался. Говорит, ну, успехи есть какие-то. Ну, губы нормальные, как это прошлепать, можно чего-то. Но потом получилось как-то, что меня ссылают в часть рядом, механический мехбат, короче, батальон. Вот. И там к оркестру было отношение очень сложное. Оркестр играет марш, встречный марш, ну как это по военным делам положено. Я их подбил сразу, чтобы выучить «Елу Сабмарин». Ну, знаете, мелодию. We are living in the Yellow Submarine и так далее. И все это звучало вполне прилично. Насколько можно представить, когда ребята такие полусамодельные, да, такие? Но выдувался это вполне. И им, они прикалывались. То есть они были непросвещенные в основном. Кто-то где-то слышал. Такая вот была история. Это вот к 70-му году. Кто живет там где-нибудь в глуши, где-то слышал там по радио, что кто-то есть. Чаще доносился Иосиф Давыдович Кобзон, например, да? И к этой истории, значит, начинается вот это построение. Я на альтушке даю отмашку, все. Но мы должны все это отфигачить. И это привело к тому, что играет с вами пам-па-пам, парам-падам, пум-пу-бум. А им главное что? И большой барабан. Им вообще ничего не надо, правильно? Людям, которые маршируют. И мимо нас проходит наш командир части, и он шагает так, как настоящий командир, шинель, впереди мамончик такой, очень хороший животик, так вот ремень у него идет, а сапоги как бы сзади. Получается такая смешная такая фишка. И он так идет, мимо нас проходит. И на чистом русском языке: как же вы мне ёва аккомпанируете? Как же мне его аккомпанировать? И пошел дальше. Ну, здесь, вот здесь барабанщик упал с большим барабаном, но мы доиграли произведение до конца. Было. Кто-то скажет, все дороги исхожены. Кто-то скажет, песни спеты все. А я иду шагами неосторожными, иду наперекор своей судьбе. Кто-то прячется за стеною каменной, кто-то устал и якорем на дно. А я кричу: гори все синим пламенем, и напеваю только лишь одно. А
огромное количество этих баек твоих армейских ходят из уст в уста, передаются, в том числе я их вычитываю в интернете, одну из них ты мне сам рассказывал, напомню, пожалуйста. По крайней мере, это случалось не только с тобой, со многими артистами, когда нам надо было спеть англоязычную песню, нам надо обязательно было подвести какую-то политическую подоплеку под это, чтобы нам разрешили это сделать. Как поступали вы в этой ситуации? Ну, опять же, это в армии было, это с армией много связано, потому что нельзя говорить там, что были у нас тупые начальники или там нет. Они все были нормальные служаки, они все, всем огромный поклон, кстати, вообще за то, что они учили жизни, но они не знали этих песен, они не знали, как, мы знали, как преподнести. Я, например, знал, что если сказать, что это негры несчастные, что это против сегрегации, там, умные слова там какие-нибудь. Они внимали сразу, да. И мы под этим соусом могли спеть любую песню. Это могла быть Дизи Мисс Лизи. You make me Dizzy Miss Lizzy. Короче, это Джон Линн. Это могла быть другая песня. House of the Rising Sun, которую пел у нас Градский. А в армии я пел все песни и Градского, и свои, и любые, потому что мне безголосым было легче всех, так сказать, вообще оказаться в шкуре любого. Выдавался в рок-н-ролл так, с дикой истерикой такой, но поскольку это называлось песня протеста негритянского народа, и вот сидят негры в тюрьмах, бьются там где-то апартеиды и все такое, и они поют этой песни, то начальство покупалось всегда. Но когда слушали песни, в конце переспрашивали, не всегда, но иногда спрашивали, а где же протест-то? Вот мы протеста сейчас пели, песня протеста. Не понял. То есть он имел в виду песни про тесто. Поняла. Inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV, solo io, solo tu, solo tu. Опять поешь о днях, где был наедине с подругой, ай-яй. Весь мир в ее глазах, а жизнь лишь повод быть друг с другом. И скрывшись под замки, как узники любви, от всех сбегали мы, если были влюблены. Sono la pelle come un vestito. Soli, mangiando panino in due, io e te. Soli, мы все у любви в неволе. Соли, в плену своей любви, у любви я и ты. Помимо музыки, я так понимаю, в армии Александр Буйнов у нас там не останавливался, и личная жизнь продолжала бурлить почище, чем на свободе, хотел сказать, господи, в жанровом ключе, понимаешь? Да, откинулась. Обратите внимание, он опять поменял очки. Сейчас будет какой-то очень интимный рассказ. Рассказываешь, что сейчас будет? Я в армии служил тоже в черных очках, как ходил до этого. Меня Градский научил вот здесь напильником стирать. Ну, кстати, вот эти очки не надо стирать. Напильником вот здесь вот стирать, вытачивать. Они получают как бы модные формы. Ну, вроде как американец, типа, да, там, один американец засунул и так далее. Знаете. Вот. Я вот примерно в таких очках я служил в армии, тоже минус 5. И умудрился, кстати, не разбить их вообще, и как прослужить. Хотя все было, какие перипетии только были, все. И начиная от нарядов, и кончая, там, не знаю, марш-бросками, и во сне, не знаю, как все. Все под подушку я клал.
Может, лукавлю, по-моему, я один раз стекло все-таки разбил, но подменил потом, когда у меня был краткосрочный отпуск в Москве. Вот в армии женитьба произошла очень быстро и на первом году жизни. Вообще такой влюбчивый был мальчик. Нет, мало того, я очень романтичный человек, понимаешь? Для меня армия была бы тяжелым испытанием, если бы не это. Я играю все время в какую-то игру, кроме отношений с женщинами. Вот тут серьезно начинается. Остальное все игра для меня. Авария какая-нибудь тяжелая, это игра какая-то. Поход в самоход, за который получишь потом тяжелый там срок с западенцами, с ребятами на губе посидеть, отморозив руки там и лицо. Это тоже все какая-то романтика. Я играл в эту игру, когда бегал к своей жене. За это получал по 10 суток ареста. Всего насчитал без скромности, но и без похвальбы, говорю, это много. Около 170 суток. Которые боялся, что будут дослуживать. И меня старшина все время встречала. Ну, буйно. Все. Сейчас только... Еще вот одна, вот один шажочек, а мне оставалось месяца 4 до дембеля. Вот тогда я испугался, говорит, все, будешь дослужить, будешь досиживать, потом в тюрьму, там все такое. Ну, это, правда, меня в части продержали на полтора месяца дольше, как нарочно. Но я был тише воды, ниже травы, я исполнял все. Я был готов, хотя вроде бы дед, вроде дембель, так сказать, все, подшитый воротничок такой, здесь банонка у меня такая. Все ходил, блатовал, но очень вел себя осторожно. Это меня Бог миловал. А то, что женился, это я влюбился, правда. Сказали, нужно организовать самодеятельность. Я кинулся вперед. Старый завклубом, который был там парень, ну как парень, ему было по 30 лет, он пошел в армию вообще, у него двое детей было, как он попал, я не знаю. И он мне все объяснил: Саня, ну сейчас девчонок возьмем, из них организуем самодеятельность, они споют песни военные, это ты там это, вот все, а ты организуйся с этим военистом, вот тебе аккордеон, у нас пианино нет, и все такое. В общем, все получилось удачно, там я познакомился со своей женой, с Любаней, мы с ней расписались. И это было самое... Прямо пока ты еще в армии служил. Да, в армии. Пока самое романтическое приключение было вот это вот. Есть на любовь печальный ответ, когда одному она не нужна, когда одному она не нужна. И этот ответ звучит коротко «нет», и сразу тучи неба закрывают. И дождь холодный сыплется из них. Хорошо только тем, я знаю. Хорошо только тем, я знаю. У кого любовь бывает на двоих. Хорошо только тем, я знаю. Хорошо только тем, я знаю. У кого любовь бывает на двоих. Но есть на любовь ответ другой. Услышать его хочет каждый всегда. Услышать его хочет каждый всегда. И этот ответ звучит коротко, да. И сразу птицы с юга. Солнце. Хорошо только тем, я знаю. Хорошо только тем, я знаю. У кого любовь бывает на двоих. Хорошо только тем, я знаю. Хорошо только тем, я знаю. У кого любовь бывает на двоих. В эфире телеканала «Шансон ТВ» программа «Звездный пасьянс». И сегодня у нас в гостях народный артист России, который в 2015 году отметит свой очередной, очень значимый юбилей – Александр Буйнов. Средства массовой информации, твои поклонники, да и я, честно говоря, совершенно запутались в дате твоего рождения. Ну, то есть дата-то известна, а вот возраст твой почему-то с захлестом в 5 лет варьируется средствами массовой информации и как бы различными все источниками. Как на духу. Что случилось? На ваших глазах. Я сейчас расскажу историю моей замолотки. А Катерина на ваших глазах проверит, есть ли у меня
шрамы на шее за ушами, например. Нету. Ты имей в виду, у меня дальнозоркость, я без очков, поэтому... Не, ну можно и так вот. То есть операций никаких не делал. Признаюсь честно, я пользуюсь косметикой со страшной силой. Мне Алена сказала однажды, я к возрасту сейчас перейду. Алена сказала, вернее, я ей говорю, она врач-косметолог, ну, в прошлом, по крайней мере. Я думаю, что это на всю жизнь. Так, давай для справки телезрителям. Алена – это супруга Александра Буйнова, с которой он уже более 25 лет состоит в браке. Скоро будет 30. Да, в весьма страстном, романтичном и одновременно деловом. И об этом мы еще обязательно поговорим. Так давай же все-таки, откуда же взялись 5 лет, в которых никто не может разобраться, на 5 лет больше или на 5 лет меньше? Ну ладно. Что это за путаница? От косметики переходим так. Она мне сказала однажды, Алена мне сказала, прочитай статью. Я говорю, не буду я пользоваться, не буду, не хочу. Все, мужик должен быть мужиком, обветренное лицо, ветер в харю, я иду вперед. Все. Она говорит, на, и какой-то московский комсомолец. И там маленькая статья, не Алена Делона, значит, господи, Сталлоне приехал в Москву. Это было лет 25 назад, наверное. Сильвестр Петрович, значит, приехал в Москву, забежал в какой-то косметический салон в Москве, купил банку крема и уехал обратно к себе там куда-то, за границу. Она говорит, ну видишь, чего? А ты дурак. Она у меня матершинница похлеще Градск со всеми выражениями, как врачи умеют выражаться, правильно? Она говорит, а ты не пользуешься косметикой. С тех пор я стал пользоваться косметикой, и у меня фейс у меня практически идеальный. А что касается возраста, упомянутый мной московский комсомольц однажды тупо перепутал год и написал. Поздравляем, там, певец Александр Буйнов. Меня возмутило даже не год, ничего, а это певец. Ну какой нахрен певец? Александр Буйнов какой певец? Александр Буйнов – музыкант. Вот. 1955 года рождения. Так они мне скинули еще пяток. Который день мой кот глядит в окно и ждет, но там тебя все нет, там только снег и идет. Который день мой пес насторожил свой нос, но снегопад давно твои следы занес. А помнишь, как мечтали с тобою до зари? А помнишь, как читали забои к Экзюпери? А слова вспомните, что вслух заучили мы в ответе за тех, кого приручили. А слова вспомните, что вслух заучили мы в ответе за тех. А про себя молчу, я не грущу ничуть, и лучше быть могло, да в тишине оглох. Да у окна ждет кот, да у двери ждет пес. Как объяснить им всем, что ты ушла совсем? А помнишь, как мечтали с тобою до зари? А помнишь, как читали забои Экзюпери? А слова вспомните, что вслух заучили мы в ответе за тех, кого приручили. А слова вспомните, что вслух заучили мы в ответе за тех. Слушай, а 2015-й планируешь как-то грандиозно отметить? Какой-нибудь особенный большой концерт. Ну, как делают все? Вот Михаил Захарович, Толик Могилевский, кстати, в этом году приехал, ему уже 70 исполнилось в этом году. Да сидит, я тебе хочу, пацанчик, ты вот со своими кремами, а он сидит, нам с тобой еще фору даст, знаешь, какого? Он Вилли Иванович Токарев, восьмидесятник, тоже отметил. Ты бы посмотрел, как он чечет. Шансон не участвует, там болеть просто некогда. Все занимают, все никто резко не завязывает. А у нас еще, знаешь, аура очень здоровая вокруг. У нас нет вот этого серпентария. Кстати, вот тебе вопрос. Вот ты же сейчас, благодаря тому, что прошел этот период некоторой неформатности твоей, я так считаю, благодаря тому, что появились такие на рынке игроки, а по-другому говоря, появились такие гиганты, как Радио Шансон и Шансон ТВ, где Александр Буйнов не считается неформатом, где песни его, песни со смыслом, песни веселые, песни грустные. Люди их признали и полюбили, и, поверь, у нашей аудитории стать своим. Тут навязыванием и продюсированием не прокатит ничего. Это я тебе точно говорю.
И пройдя через все вот эти перипетии, сравнивая сейчас вот эту, как говорят, попсовую тусовку, да, с тем, что происходит между серьезными дяденьками и тетеньками, которые работают в жанре или в формате, давай так скажем, в формате шансона по-русски. Между попсовой резней и, как ты классно выразилась, серпентарием, да? Угу. Очень понравилось. Это огромная разница вообще, это разные пласты культуры. Причем в этом случае попсовую фишку я бы назвал как бескультурьем вообще-то. Можно в тысячу раз спорить лучше о том, что насколько шансон, откуда он там вышел, из тюремной романтики или из городского романса. Наверное, и то, и другое, и третье, и пятое. И из французского шансонье, кстати. И от тех и Жюльберов, Беко и прочих, которых мы слышали и любовались. Как они сейчас работают, даже без языка, интересно посмотреть. Да, на эти старые съемки. Попадался в конце. Я не могу оторваться от этого. И много даже для себя делал выводы, что а мне бы вот так, наверное, просто выйди в черной водолазке или в черной рубахе. И в мантан такой, да? И мне бы вот так, наверное, смотри, я как бы и так, простые истории там, да? Да-да-да-да-да. Есть понятие русский шансон, есть по-настоящему. Может быть, сначала, ловко или неловко кто-то восхищался сразу, может, сначала только таксисты слушали, да? Чтобы попроще какая-то музыка была, может, попроще содержание было. Посмотрите на лица тех людей, которые присутствуют на шансоне, концертах шансона. Да. На этих людей посмотрите. Где там, когда раньше говорили, да ладно, это все, это такая легкая музыка, это все, это тюремная романтика, это сейчас для тех, кто там вот когда посидел, там вышел, все. Нет, сидят красивые люди с красивыми лицами. И в большинстве своем интеллигентные, кстати. Замело тебя снегом слепая Россия. Замело, занесло, заровняло кресты и дома. Над тобой облака проплывают седые, и поет колыбельную песню зима. Холода, холода, то ли это зима, то ли юность ушла от меня навсегда. Холода, холода, я смотрю в никуда, а куда мне идти? Ни туда, ни сюда. Я забыл отметить, когда в своей долгой речи, что просто он стал разнообразнее. Конечно. Гораздо. Если бы он остался на уровне там, двух аккордов, как бы, да, угу. И полурастроенной гитарки, да. Хотя Владимир Семенович выдавал шедевры на этом. Главный был текст. Если, ну, все равно остался бы он таким, это была бы немножко одна история. Он во всем многообразии просто он принял в себя самые лучшие моменты из поп-музыки. Ведь можно просто вспомнить, есть попса, есть попсня, галимые и всеми нелюбимые, да, сиськи-письки, голые там это все, на чем стоит попсня вот этого, да, но самое лучшее оттуда. Ведь шансон теперь по музону объединяет, для меня музыка очень важна, по музону объединяет очень многих людей, новых исполнителей я слушаю с удовольствием. Если можно было, я даже сказал про них. Говори, конечно. Например, Бублик. Которого ураган. Музон все в порядке. Подача прикольная, да? Выглядит так, как бы там чувак с юмором, да? Шансон принимает в себя самое-самое лучшее из того, что было, по крайней мере. И не отталкивает это. Нет, ребята, мы хотим, чтобы у нас все было вот так примитивненько, как бы вот под гитарку. Это будет как бы песня у костра. Нет, шансон принял в себя все, и поэтому побеждает семимильными шагами. Иногда полный зал и успех. Если смыть грим с лица, я такой же, как все. Я такой же, как все. И я так же люблю женщин всех на земле. И для вас я пою. Я просто один из многих, тех, кто всегда в дороге, тех,
те, кто всегда в пути. Но в старых потертых струнах спрятана наша юность, спрятана не найти. Почему до сих пор шансон считают чисто мужским жанром? Вот до сих пор такой стереотип существует, что это не чисто, я оговорилась, что это больше мужской жанр, чем женский, все равно. Ну, наверное, все-таки элемент блатной романтики должен присутствовать хотя бы в подаче какой-то. Круг, кстати, вот сейчас вспомнил, вот, пожалуйста. Угу. А и вот знаменитая Владимирская Централ, которую слушают все от... Копать могу не копать. От этих ребят до самого, который... Угу. То есть, в этом случае как раз мы к тематике возвращаемся, что вот песни, шансоны, песни круга в данном случае, они побеждают все. Они все, слушают все. Миллиардеры или там нищие, все вот слушают, все слушают шансоны. Как же, как будут слушать и Высоцкого до бесконечности? Почему женщина мало? Потому что мне нравится твоя подача. Мне нравится... Не от того, что, кстати, она красивая и здесь передо мной сидит. Ну и поэтому, наверное, нет, тоже, потому что я красивая. Нет, для меня очень важна голосовая подача. Мне как для музыканта. Когда был «Городской романс», я просто сейчас мучаюсь, вспоминаю, у нас были исполнительницы. Напомни мне, вот на гитаре... Бичевская. Жанна Бичевская. Вот ты видишь, ты память. Вспоминаешь. Вспоминаю. Тебе сейчас скажи, назови 10 попсовых, таких. Ты сейчас назовешь? Нет, я тебе сейчас от западных не назову, и своих не назову. Я тебе состав хорошо... Ну, по крайней мере, мужчин в шансоне понимаешь? Назовешь быстро. Нет. Сейчас начнешь загибать пальцы. Розенбаум, Токарев, Шафутинский, Булько, Бока и так далее. Скажешь женщины, скажешь Успенская, запнешься, скажешь Ваенга, запнешься. И дальше будешь вспоминать лихорадочно. Вот о чем Ваенга тебе наша? Наша. Наша Ваенга наша. Лена наша. А она подача вот так. Потому что для меня важна подача. Чем хороша? Она на отмену, чем хороша? А вот эта вот подача, потому что, честно говоря, для меня эта подача, это вот ее голосовая Ваенги, она больше конец 19 века. Плюс тебе тоже тюремный романс. То есть тогда еще, вот, когда там тетки вот так вот напевают. А записи-то не осталось, есть только рассказы об этом. И вспомнил. Нет, брат дал на 38 тогда пленку какую-то, украденную с радиокомитета СССР. Ну, как украденную, он говорит, вот какие, мол, песни надо петь, пока мы там рок-н-ролл, битлы, там джаз. Там, мы поставили пленку, и у меня тогда Сашка Платонов сказал, что это образец качества, ему качество понравилось. Он по ней может выстраивать, так сказать, качественный магнитофон. Это тембр какой-то был, не помню. И там... Пела певица с каких-то там 30-х годов, запись была подчищена, очищена, эти как я вспомнил даже. Но она пела проникновенно простой русский романс. Я ехала домой, душа была полна, двурогая луна светила в окна тусклого вагона. Казалось мне, что все с таким участием, с такой ласкою смотрели на меня. Если девочки думают, что они под гитарку просто споют, не получится. У нас сколько было этих гребаных фабрик на телевидении, заводов и прочего всякого. Как все поют? Как американские негритянки и негры, блин. Выходят чуваки непонятного пола и чувихи такого же непонятного. И поют все, ну, я не изображу, потому что у меня такой техника. Голосовая техника у всех, как у Стива Вандера, по крайней мере, раннего, да? Да, все оттуда. Все украшения, все. А ты еще заметил, что на русском никто петь не умеет? На русском не умеет. Там, я говорю, про шансон вообще молчу. Но просто проникновенная подача. Но у мужиков это легче получается, потому что мы, особенно те, кто не обладает бельканто, а бельканто, ребята, обладает только Коля Басков. Саша Гранский и еще много-много людей из Большого театра. То есть бельканто это, собственно, голос и есть. А у кого, кто без голоса, нам легче. Потому что нам без голоса важна не интонация, а подача. Поэтому вот это вот, изложил, как ты получаешь, как излагает Саша Розенбаум, как вот это. Вот изложение, вот это и самое важное. Девчонкам сложнее. Вам нужно для того, чтобы так прозвучать, ну, в каждой шутке есть доля шутки. Нужно выпить холодного пива, покурить сигаретку, тогда пойдет нормально. Вот.
Ну, если кроме шуток, вот ты же нашла как? Если был бы у тебя чистейший звонкий голос, ну, это не дошло бы, правильно? Шансон – это пение душой. Гладко выбритая змея тычет сердце холодной мордочкой, как запутана жизнь моя. Без тебя стал я словно порченый. Ну зачем я захлопнул дверь и поверил себе заносчиво? Переборчива смелость моя, неразборчива. Ночь и день, два оттенка грусти. Ночь и день, черно-белый плен. Но зачем? Там, где были чувства, только тень. Ты скажи, зачем? Слушай, а правда, что в «Веселых ребятах»? Ну, вообще, это во всех было коллективах. Были зеленые концерты, принято было друг друга подкалывать, запирать в гримерных, зашивать это рукава. Это был ужас. Но, говорят, у вас это было что-то вообще сногсшибательное. Рассказывай, что творили у вас? Знаешь, я ненавидел эти концерты, потому что можно, ну, самое простое... дебильный зеленух – это расстроить гитару гитаристу. Для справки наших телезрителей. Зеленым концертом у гастролирующих коллективов обычно называется финальный концерт какого бы то ни было отрезка гастрольного тура. И на этом концерте артистам дозволено, и более того, они призваны делать друг другу всякие мелкие пакости и кляузы. И говорят, что группа «Веселые ребята» была просто рекордсменом по количеству гадостей, сделанных друг другом на зеленых концертах. О чем мы попросим рассказать? Я правильный был мальчик. Вот. А правильный мальчик, он ходит, кстати, в белых очках. Поскольку я был правильным... Третий раз у меня. Поскольку я правильным мальчиком был, то я... в этих оргиях не участвовал вот в этой порче инструментов и так далее. Но тебе говорят, и стул скручивали так, чтобы тебе было сидеть вообще невозможно. Пока я был сидячим музыкантом, то есть сидячим музыкантом, откинулся. Вот, то есть пока я был сидячим, в смысле за фортепиано, то мне стул то поднимали очень высоко, то опускали низко. То есть ты выходишь на сцену во время концерта? Да, и вот так. Вот. Ну, здесь как бы я прикалывался так, ну, так поиграл, все, на педальке понажимал коленками, все, дал лилипутика, потом встал, стоя играл. Ну, обыграл ситуацию, это ничего страшного. Я, честно говоря, признаю все приколы, все зеленухи, только если они не мешают работе, чтобы зрители и слушатели в зале, ну, замечали некоторые пакости, как-то проход по заднику с ведром какого-нибудь пожарника, не знаю, посмеялись здесь, чтобы никто не заметил. Главное, чтобы звук в зале был нормальный. Но! Когда пафосный выход Александра Буйнова на второе отделение концерта. Следующее отделение начинается с токатора минор Иоганна Баха. И ты должен соло играть. Да. Вот это вот произведение Нетленко, да. Я выхожу в темноте за клавиши, все. Здесь вместе рояль всегда у меня был, все равно рояль на нем. Две, значит, еще какая-то клавиша, еще мини-мук такой. Здесь, по-моему, еще две, и здесь три. Все было удобно разложено, не на одной мучаешься. А все, они все заряжены, здесь такой звук, здесь такой, здесь орган, здесь там скрипки, там все. И я начинать должен на одной из них. Та-дам! Но вместо этого хожу, звучит вся клавиатура. Что? Я вижу, что все клавиши заклеены скотчем. Сказать обосрался, как маленький ребенок на горшке, это ничего не сказать. Ребенок только радуется этому, правильно? И мамка за него радуется. А здесь, когда вот здесь народ, и думают, что так надо, наверное. Но аплодисментов еще нет. Тогда я придумал месть. И вот так в очочках я стал отдирать. Я отодрал одну. Я отдираю вторую. В общем, я все клавиши пока не отодрал. Сбоку у меня там один рабочий сын стоял, ну наш, который с нами ездил. Я ему отдаю эту липкую ленту всю. И говорю, дай мне какую-нибудь тряпку, ну, не знаю, скипидар или чем, водкой, чем смоченную. Потому что клавиши липкие. Опять нельзя работать.
я понял, что надо из этого сделать клоунский номер. Я стал протирать. Все вот это протирал, протер. Теперь дай мне сухую тряпку. И чувствую, я вошел в раж. И зло еще при этом, понимаешь, чтобы показать, что так делать нельзя. После этого я получил бурю аплодисментов из зала. Никто ничего не понял в зале. Ну я начал. И пошло это произведение. Отыграли все лихо. Я только на них посмотрел. И смотрю, кто же это сделал? Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно стучат, гудят поезда. И можно вместе с мой вагон пошла. Волосы русые, косы сплетенные, а в глазах небо бездонного синь, в улыбке весна. Скромная, милая, очень красивая девушка. Может быть, рядом она, где-то рядом она. И снова вместе в свой вагон вошла она. Улыбнулась из окна. Поезд тронул ее след. Рукой помахал ей в ответ. В свой вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я след. Лишь рукой помахал ей в ответ. Я очень хорошо помню, как я первый раз тебя встретила. Что несмотря на то, что ты работал в лучшем музыкальном коллективе России, в одном из самых популярных, еще Советского Союза, это был, наверное, 87 или 88 год, я молоденькой девчонкой, уважаемые наши телезрители, пошла учиться в филиал 2-го Московского областного музыкального училища. Почему я туда пошла учиться? Об этом расскажет Александр Буйнов. Потому же, почему и пошел сам Александр. И я не зря, да, потому что какие бы ты ранги не имел... Приказ Министерства культуры обязал получать музыкальное образование всех, абсолютно, семи пядей во лбу. Это был, конечно, маразм, с одной стороны, с другой стороны, я снова попадаю опять в свою стихию. Ну, как сказать, в свою стихию? Я снова волновался, как всегда, и при сдаче документов снова. Уже начинал это в третий раз, по-моему, да? Тот, кто занимался со мной фортепиано, пианист, консерваторский парень, который закончил консерваторию, педагог, ну, конечно, за меня схватился, ему было здорово, как все с этой программой. Я снова вспомнил ту классическую программу, он мне что-то добавил, и мы снова начали. Но мне это было не так уже интересно, конечно, да, но это была уже обязаловка. Я думаю, ё-моё, еще 5 лет нужно этим делом заниматься. Но без этого тогда было невозможно не получить ставку концертную, ничего. К нам в рестораны, дорогие телезрители, к нам в рестораны приходили худсоветы и принимали и утверждали наши программы во времена Советского Союза. Я поэтому не зря говорю, что человек, работавший в одной из самых популярных и самых желанных групп Советского Союза, был вынужден пойти и получать музыкальное образование, потому что так было надо. Партия сказала «надо», мы, музыканты, ответили «окей». Пока на какой-то из сессий я не попал... К друзьям, видно, духовикам, не путать с духовником. Духовики, это которые на тромбонах ребята играют, у них такие губы специфические. И, ну, извините, ребят, я не про всех говорю, но тогда они были синие. Лица были синие, и носы были красные. И ребята такие, ребята, сейчас говорю, ребят, ну тогда они дядьки были для меня, как бы. Они говорили, на экзамене попадается колбилет, как сейчас помню. Все о бас-гитаре. Ну, все легко. Бас-гитара имеет 4 струны, соль, ре, ля, ми, строится так, бывает разных типов, туда-сюда, там как это. Ну, что мог, сочинял все о бас-гитаре, да? Ну, не так. Ну, это понятно, там, а где он работает, там, друг с другом. Люди культурные разговаривают в третьем лице о тебе, это очень клево. А где он, а кто он, а что он? А веселый ребят,
Че с них? И при мне начинается обсуждение, как мы пойдем в ЦДТ, в ресторан, там играет Саша Барыкин и Володя Кузьмин, группа «Динамик» или «Карнавал», что у них тогда было, я не помню. Ну, в общем, они выставляют стол там, ну, все. А с этого что взять, голь перекатная. Я понял, что мне дорога там заказана. Я еще там... А, нет, не после этого. Это я еще все вытерпел. На следующую сессию я прихожу, не помню, когда, осенью, весной. И та же группа в полосатых купальниках, вот этих вот... Наших мужик, преподавателей, наших преподавателей второго муму. Духовиков при мне затеяла разговор. А что это у нас Александр Николаевич не посещает-то? Я говорю, я же на заочном. Обычно на «ты», а не. Ты там студент, а здесь. А вы знаете, Александр, такого музыканта Козлова? Всемирно известный джазовый музыкант, группа «Арсенал», Алексей Козлов. Кто же его там, типа, не знаю. Ха-ха, так он был отчислен за непосещаемость из нашего училища. Ты даже знал об этом? Знала, да? Конечно, да. Это Вина, было... ни одного мне это говорили. Вот после этой фразы я понял, все. Ну, а куда деваться? Все, а куда идти? И тут спасибо Слободкину, кстати, который, наверное, думает, что мы с ним всегда были на ножах, как кошка с собак. Павел Яковлевич, спасибо огромное вам. На самом деле, он говорит, а зачем тебе это? Давай, дуй в этот, в ГИТИС, хочешь актерской, хочешь режиссерской. И я дунул в ГИТИС на режиссерский факультет. Все, и заочно отбарабанил там 5 лет, и о чем совершенно не жалею. Празднует осень бал прощальный, но от судьбы не ждет пощады лист. В медленном круге тает, грустно исполнив танец у земли. Листья горят без сожаления, даже когда не вышел лето срок. Но послужить успели, прежде чем палит пеплом на песок. Поем хором! Падают, 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 ну и пусть зато прозрачней свет. В памяти, в память, тех, кого сегодня рядом нет. Падают, 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 падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет. Памяти, 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 памяти лица. Тех, кого сегодня рядом нет. В эфире телеканала «Шансон ТВ», программа «Звездный пасьянс». И у нас сегодня в студии народный артист России. Он не любит, когда его называют певцом, но я бы сказала, что он стопроцентный артист. А оказывается, он еще и режиссер Александр Буйнов. Ух ты! Ух ты! Саша, как же ты мне скажи, ты осмелился в 89-м году, когда началась перестройка и вошла в свой самый апогей, и все рушилось у нас на глазах, уйти из «Веселых ребят» и заняться сольной карьерой? Какой танк тебя туда протаранил, вот в эту стену? Ты знаешь, стену, ты сейчас говоришь в точку, наверное, может быть, характер где-то у нас немножко похож, в плане того, что если мы овны... Овны, да. Вот. Я очень не люблю менять... Страшно было тогда. ...людей, коллектив, как-то привычные свои отношения с людьми, каким, вплоть до соседей, не знаю как. И тут вдруг случается вот это как раз перестройка. Если не перестройка, я признаюсь честно, наверное, я бы... Может, до сих пор бы, и может, и был бы ансамбль. Но какой-то настал момент, да, с этой перестройкой связанной тоже. И дело не в денежных каких-то там вопросах, честно скажу, а больше в творческих. Потому что все эти годы мы мечтали и привносили всегда в концертную идею с ансамблем «Веселые ребята». Ну, конечно, свои какие-то нотки, попробовали свои песни. Рев для нас звучит как музыка, как аромат, вдыхаемый бензин. Что нужно нам? Шоссе, полоска узкая, до запчастей заветный магазин. Автомобиль. Они не принимались. Нужно было союза композиторов. Нужно было что-то еще. В аранжировках как хочешь изощряйся.
Как говорил Слава Добрынин, он приходил, мы с ним переписывали одну песню раз пять. Говорит, Саня, ну, ты понимаешь, вот здесь нам нужно там так. Я слышу, что это нормальный такой шлягер. Вот, нормальный шлягер. И как бы что, та-дам-п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 ам. До минор, фа минор, там, и так далее пошло. Ну, понимаете, да, или ля минор, там, ре минор. Говорит, я думаю, из этого нужно сделать Лед Зеппелин. Добрынин говорит откровенно. Ну, мы как бы прикалывались, мы отчасти издевались. Но это были музыкантские такие шутки, изощренные такие, издевательства над Ноузоном и над самим собой. Ну, когда все уже вот немножко обрыдло это все, и какое-то застопорилось на каком-то моменте, была хорошая работа «Банановые острова», про которую сейчас, надеюсь, все знают, что это веселые ребята, что это Леша Глызин, что это Александр Буйнов. И мы писали с Чернавским эту работу, но почему-то про нас как-то тогда это не упоминалось. Наши идеи там, наши там мозги. У меня там одна песня вообще моя личная есть, которая называется «Я сам». Ну, мы не графья. Графьяне мы, короче, мы не рабы. И никогда я не занимался вопросами авторства там или что-то в этом духе. Эй, друг, старый друг, на перроне пустом, каким ветерком тебя занесло? Давно не бывал ты в этих краях, но наш старый двор часто вспоминает тебя. Там на небе луна, нам сияло, и бутылки вина, было мало. На Садовинской и на Ордынке мы дарили весну девушкам улыбки. Эй, эй, друг, помнишь дом? Там было тепло, танго и рок-н-ролл летели в окно. Еще по ночам ни раз и ни два, что друзья снятся нам, и это значит память жива. Там на небе луна, ох, нам сияло, и бутылки вина девчонкам было мало. На Садовинской и на Ордынке мы дарили весной девушкам улыбки. Где-то 87-88 год. Ну, там уходит один, там потом ушел Леша. И вот, и поскольку я был... Ну, пошла текучка. Короче, в веселых ребятах началась текучка, остался один ты. И ты тоже ушел. Я был штырь, клевая такая клихуха, да, так погоняла. Штырь. Буй, штырь. Вот. Ну, вот и этот штырь с трудом вынимался, так сказать. Меня Алена оттуда все выдергивала, а меня обратно засасывали, потому что подводишь коллектив, коллективу нужно ехать на гастроли. Я снова возвращаюсь, мы проезжаем гастроли, возвращаемся, я снова пишу заявление об уходе. А сейчас меня вызывают как партком, местком, не знаю, уже все это кончилось как бы, ну, местком, по-моему. Вы подводите коллектив, целый коллектив остается без работы, я опять попадаю, поездка туда-то. Потом вдруг раз какая-то там Чехословакия обозначилась. Съездил туда. Уже мне неохота было. И я целый год, вот это было у меня мурыжение. Потом, в конце концов, я написал письмо просто по-человечески. Так, Павлович, любимый, дорогой, Слободкин, все. Ну, я придумал фразу. Я разлагающе действую на коллектив. Все. Я уже ненавижу свою работу. Там все такое. И понимать, что ну так. Ну, ради бога, уже отпустите меня, не надо меня уже там сидеть. Ну, короче, так с большим трудом я ушел. Но... как-то догадалась, как многие догадались, что основную идеологическую работу, страшное слово, суслов, ну вот, идеологическую работу, как Сталин, проводила Алена моя. Потому что она говорила так, ты уже взрослый мужик, тебе уже, там было сколько, 38, что ли, ГИТИС пошел, ты учишься, там второй курс какой-то. Здесь, с другой стороны, ты в этих коротких штанах веселых ребят. Короче, она говорила так, что дальше тупик, понимаешь, она была по-своему права. Что было бы со мной, если бы я остался веселых ребят? Ну, в лучшем случае, музыкальный руководитель. А ну, как бы, я и формально и так как бы являлся, ну, без объявления всего, да? Потому что я занимался музыкантами, занимался, помнишь, там, все партии, да, все. Она оказалась права, хотя мне было безумно больно. Я привыкаю к людям, к любым, кстати, к плохим, к хорошим. Вот, ну, это мое, это вот моя рубаха, вот это все. Мне нравится, да, моя деревня, мое село, мой город, моя улица, все. Вот она меня и поддерживала, она меня и
как щенка-то я опустила. После того, я ушел из веселых и говорю, ну, сейчас я возьму там Балагое, там, не знаю, бродячие артисты, там, тетю, мотю, перепою шмот. Это вот все. Это все там, что там это было, там, Чертаново. Ну, в общем, у меня несколько песен было, и можно уже чесать какие-то стадионы, как это было тогда принято. Все катались, вот, и бывшие, и настоящие, и группы, и солисты, и вновь появившиеся. Все. Стадионы просто ломились. Я видел, что все пользуются старым репертуаром. И зарабатывают миллионы. Спокойно зарабатывают там какие-то там, ну, больше, естественно, денег. Полная свобода творчества. А потом думаю, я попишу себе что-нибудь такое. О, теперь, давай начну, теперь буду что-нибудь рок-н-ролльное какое-то. Может, хард-рок какой-нибудь, да, там, фузыки не включим. О, теперь, наконец-то, да, я теперь свободен. И она сказала, вот, теперь садись за шкирку. Так, раз. Вот тебе пианинка и пиши себе репертуар. Говорили мне, не ходи за ней, и кричали вслед, пропадешь. Но опять я был непоколебим и бросал в ответ, это ложь, я б за ней пошел. Ша-ла-ла-ла-ла. Даже под ножом. Ша-ла-ла-ла-ла. И бежал за ней. Ша-ла-ла-ла-ла. По пятам. И ничуть не жаль. Ша-ла-ла-ла-ла. То моя печаль. Ша-ла-ла-ла-ла. Я судьбу себе. Ша-ла-ла-ла-ла. Выбрал сам. Я тебе могу сказать, что за спину ты сам, наверное, знаешь, читал уже сейчас, когда в интернете все появилось. Шептались, что у Буйнова никаких вокальных данных, берет непонятно чем, а это непонятно чем называется сейчас простым словом харизма. На минуточку. А, значит, выходит на сцену, движется непонятно как, а непонятно как. Я хочу сказать, я всегда восхищалась, думаю, как же можно быть таким угловатым и пластичным одновременно. И, по крайней мере, это было абсолютно ни на кого и ни на что не похоже. Сталкивался ли ты в то время? Я знаю, что ты, конечно, дружила с Аллой Пугачевой, это всем известно. Саш, дорогой, это цветы от нас с Аллой. Я не понял, почему на словах «зайку бросила хозяйка», Буйнов постоянно смотрел на Пугачеву. Обижена чем? Я не могу понять, почему ты удивился, что он смотрел на меня, когда пел «Зайку бросила молодая хозяйка». Ну, молодая. Какое из двух слов тебе не подходит, молодая или хозяйка? И Алена, твоя жена, твой соратник, твой продюсер, твой директор, такое жесткое плечо рядом всегда, постоянно, но сталкивался ли ты тогда с таким понятием, как неформат и с проблемами вообще как-то вот в ротации твоих песен, в том, чтобы творчество свое до людей донести? Да скажу честно, что в то время еще не было многих радио, которые стали форматами в ту или в другую сторону. Не было рок, FM там, и прочее, тем более не было шансона, по-моему, не было русского. Да, еще были простые советские там, радио, которые мы знаем прекрасно, и «Маяк», и все такое. И телевидение у нас было простое. Вот. Но я сталкивался только с тем, как это все пробивается, потому что я привык, что за меня всегда кто-то есть. За мной руководитель Слободкин. Там Москонцерт, здесь там Росгос, меня послали там вперед, я свои 10 рублей получаю с концерта, и все в порядке. А здесь было непонятно, было понятно только с одним, когда мне сказали, что Буйнов, давай ты будешь работать со мной, я тебе буду платить штуку, сказал один чувак, который завпост Москонцерта был тогда. Он так и сказал губами, вот так. Я говорю, чё, штуку? Да ты чё? И поехал по стадиону Софии Ротару. Конечно, нормально. Мне было приятно, что она отметила одна. Она кого-то ругала вот так за кулисами, слышно? Я в одной комнате, я сижу там тихо, там что-то. Вот. Она кого-то там. А, что собрали? Что за собрали? Я в нищу какую-то здесь собрали. Здесь работает только Буйнов и я. Сказала Соня. Вот, ну, мне так приятно было, так сказать, масло на сердце, все. Но тем не менее, никто не помогал
в том плане, что если просто посмотреть человеку в глаза, все чего-то ожидали всегда. Ну, понятно, что еще коррупция только развивалась тогда. Еще она не знала, в какую степь и в какие размеры вливаться. Мы пока это все было шоколадно-конфетно-буфетно-шампанский период, то это, наверное, так и решалось где-то на телевидении. Но я не помню, чтобы я этим занимался, но все равно были какие-то люди, которые помогали. Я знаю, что мне вредил один человек очень сильно на телевидении, это мой брат. Вот я сейчас вспоминаю, вот это главное, вред от кого? Который консерваторский, я тебе расскажу. Да. Вот. И Аркадий Николаевич, которого на кабинете написано было. А.Н. Буйнов. И я тоже А.Н. Буйнов. И я к нему два раза приходил туда. Ну, это тот случай, который вот он меня привязывал к фано цепью, заставлял меня заниматься, говорил, что я занимаюсь ерундой, нужно заниматься классической музыкой, который ненавидел всю эту эстраду и все вместе, что сейчас называется попсой или там роком, или шансоном. Все, все это не надо. Вот только есть консерватория, большой театр и так далее, и так далее. Вот куда нужно тебе идти. Ну, я к нему зашел и говорю, чуть ли не Аркадий Николаевич. Я говорю, Аркаш, ты знаешь, ну, как-то вот я здесь все. И получаю снова лекцию, занудную лекцию своего родного брата, что я не туда иду, что это, как все это называется, и так далее, и так далее. Что если бы я занимался нормальными делами, то я, пожалуйста, бы не мог там что-то помочь. Я говорю, да не надо мне помогать, ты просто не закрывай хотя бы, не перекрывай кислород, потому что тебя боятся твои подчиненные. Ну, что-то там как-то сказал. Ну, ладно. Все, у меня здесь особых не было дел. Ну, пока однажды не случился у меня казус такой, когда в «Известиях» меня обвинили. Короче, то, что я безголосый, то, что я там такой-сякой, бесталанный, что меня показывают везде, там, по телевидению. Ну, это один артист написал, а меня нет, написал артист. Ну, я, говорит, все понял. Мы с друзьями смотрели телевизор, и я все понял, когда увидел, что брат у него является главным музыкальным редактором на ОРТ. Ну, я думаю, ну ладно, написали, ладно, неприятно, конечно, но что-то кольнули. Ну, тут Аленка опять. Так, садись, пиши ответ в той же газете, в том же формате, на той же странице. И я стал писать ответ. Тяжело мне было писать, безумно тяжело. И пришлось написать, что артист Буйнов состоялся задолго до того, как его брат занял этот пост. И писал свои заслуги с детства, с Градским, все же мы о чем говорили, про веселые ребята. И вот к сегодняшнему моменту, я говорю, я со своим братом встречаюсь только в печальный день, когда мы ходим на кладбище к родителям. Раз в год. Опубликовали письмо? Да. Получил удовлетворение? Нет, а я же не для себя, это я для Алены делал. Аленка, прости. Кстати, об Алене. Сейчас признался. Я бы все это съел. Я пофигист, если не сказать грубее. Просто я такой. У тебя, если есть такое, наверное, овенское что-то, мне легче себя это отряхнуть. Да. Пыль, дрянь, дерьмо вот это, которым тебя... И пойти дальше, абсолютно все. Так же, да. Умыться, перекреститься и пошел своей дорогой. Что-то в жизни не так, если радостно друг улыбается враг. Печалится друг, если мчат поезда и летит самолет. Уезжайте туда, где вас кто-нибудь ждет. На юга севера, на восток, на закат. Отправляться пора, если что-то не так. Календарный листок оборвал ветерок. Кто искал, а не ждал, не бывал одинок. Артисты обычно стараются не лезть в политику. Я, несмотря на свои замечательные, знаешь, я тебе хвалилась, что у меня потрясающая зрительная память, но все твои награды я, например, запомнить не смогла.
Значит, ну, помимо того, что ты, да, народный артист, музыкальные награды давай. Так, почетный знак за содействие МВД России, нагрудный знак спецназ России, медали, грамоты, благодарности от президента России, Минобороны, ФСБ, МВД за оказание содействия войскам и за шефскую работу в горячих точках, лауреат премии МВД России. Ну и далее, ну, знаки почета, ну, в бесчисленных количествах. Плюс ты член партии «Единая Россия». С Владимиром Владимировичем Путиным и Джорджем Бушем младшим ездил на саммит АТЭС. Как тебя туда-то занесло, Буйнов, что ты погоди, там вообще погоди, делал? Сейчас я вспотею. Расскажи мне. Я вспотею сейчас от волнения или от удовольствия. Подожди. Нет, давай, это вот про, да, про «Единую Россию», про Владимира Владимировича и Буша младшего, это я наизусть уже помню. Прям саммит АТЭС. Я сейчас начну с самого главного. Я уже много лет не член. То есть я как бы член... Ты даже член полицейской московской организации нет, партии «Единая Россия», это все нет? Это все в прошлом. Я пришел в «Единую Россию» по убеждению абсолютному. Как говорится по-шансонски, мои кореша были там. То есть мои все афганцы, воины афганцы были там. И кто в Чечне воевал. Просто, ребят, ну так вот получается зачастую, да? Вот. Но тихо... Уже без убеждений тихо я как бы вышел, поскольку это было обдуманно и нормально. Это не тяп-ляп, это не как, пардон, Волочкова или кто там. Ну да. Просто абы, а вступила и обратно выступила. И все. Нет, это были моменты, были тяжелые, были обсуждения, и было и BBC, и было по телефону. Тут я вляпался как курвощип в связи с Ходорковским. Что я подписал письмо. Вот. О своих поступках просто проще сказать, что есть о чем сожалею. А все остальное, ребят, заслужено, поскольку я не просил никогда ничего. Есть гениальная у Акуджавы книжка «Свидание с Бонапартом». Вспомните, кстати. Прочитайте, кто не читал. Просто супер книжка. Кстати, я себе говорю тоже, надо ее перечитать. Там есть такие слова: «Никогда ни у кого ничего не проси». Вдруг оно как-то, как из рога изобилия, однажды меня посыпалось. А ну почему? А я был там, а я был там, а я в Афгане, а я в Чечне. А я как-то все. Я не в смысле того, что я там, я не воевал, честно говоря. Но выступал уже? Я был в окопах в этих. Я летал на этих вертушках. Так что эти награды, они как приходили само собой. Меня вызывали куда-то там, воины-афганцы, например. Раз. Мы хотим, чтобы ты в нашем братстве состоял. Да, я состою. В братстве афганцев. Кто-то в этом в Твиттере или где-то там, ну я не знаю. Мне на 9 мая меня просят, я раз надеваю какие-то награды. Ну иногда бывают такие стебовые 9 мая. Я же отцовские не надеваю награды от Отечественной войны. Я только свои и только с документами. У меня принцип такой, никакого значка личного нет. Ну и получается вроде так прилично. Кто-то пишет: ряженые клоуны. Что-то такое. Не обижаюсь. Не обижаюсь. Ну, потому что, ну, если человек думает так, ну пусть он останется при своем мнении. Зачем мне сейчас собачиться, что-то объяснять, что у меня есть орден почета, а это государственная награда вообще-то. И многие песни, которые просят спеть, у меня в репертуаре их почти нет. Но когда встречаются, они очень даже шансонские. Как то над Баграмом звенит тишина, и все. И тут опускаются всякие интимные органы у всех мужиков и женщин, просто вместе взятых, и дети любят, и такие песни тоже. В эфире телеканала «Шансон ТВ» была программа «Звездный пасьянс». Нашим сегодняшним гостем был Александр Буйнов. Он периодически менял очки. Черные на прозрачные, прозрачные на черные. Но я надеюсь, что мы эту программу смонтируем, она получится такой же живой и настоящей, каким был наш сегодняшний собеседник. Саш, тебе всего самого доброго. Слушайте хорошую музыку. До скорого. Все тленно, и всему конец. Гордыне, зависти, богатству,
греху и смерть циничная, реальность и венец нам подытожит жизни веху. Придем на окончательный расчет, став в очередь подобострастно, толкаться будем, синяки не в счет. Тут ври, не ври, уже напрасно. Судья там строг и неподкупен. У заседателей хвосты, копыта. Здесь взяток не берут, не делают отсрочек. И дело каждого уже прошито. Там есть прощение, луч надежды, кто жизнью праведною жил. Кому-то посчастливилось однажды, и он аванс от Бога получил. Все тленно, и всему конец. Гордыни, зависти, богатству и греху, и смерть циничная, реальность и венец нам подытожит жизни веху. Придем на окончательный расчет, став в очередь подобострастно, толкаться будем, синяки не в счет. Тут ври, не ври, уже напрасно. Тут ври, не ври, уже напрасно.